На днях в Музее истории города прошла очередная встреча бизнес-сообщества, работодателей и налогоплательщиков с различными представителями органов власти. Впервые на мероприятии присутствовал уполномоченный представитель по защите прав предпринимателей, омбудсмен Владимир Иванов. В обсуждении насущных проблем также приняли участие глава администрации Александр Сироткин, глава города Олег Матвеев, президент торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин и депутаты города. Какие по закону заложены основные полномочия? Ну, во-первых, это представительство в суде по оспариванию ненормативных правовых актов органов государственной и муниципальной власти. То есть, если вы считаете, что ваши интересы ущемлены, мы серьезно обращаем внимание на те жалобы, которые реально таят в себе нарушение закона. Бывают другие дела, когда сами предприниматели не досмотрели что-то, сами пытаются найти лазейки в законе. Здесь уже сложнее отстаивать интересы предпринимателей. Как отметил председатель Союза предпринимателей Новочебоксарска Игорь Пикмулов, основной целью собрания было уделить как можно больше времени диалогу. Это мероприятие выгодно отличалось от всех других ранее проводимых. Форум без галстуков в неформальной обстановке не проводился давно, потому собравшимся было о чем поговорить. Тот формат, в котором мы общались до этого, это наша сильная сторона. Я имею в виду это Союз предпринимателей, торгово-промышленная палата. У нас в составе торгово-промышленной палаты больше 30 ассоциаций различных союзов по отраслям, по территориям и так далее. И сильной стороной являются те самые досудебные процессы. Да, я бы даже сказал, не примирительные процедуры, а вообще сказать обсуждение проблем. Когда за круглый стол приглашаются представители разных звеньев одного и того же процесса, и просто открыто проговариваются проблемы. И, как правило, если это происходит без агрессии, а спокойно, аналитическом тоне, нормальном тоне, многие проблемы рассасываются, решаются. Такие встречи организовываются по мере поступления вопросов от самих предпринимателей. Бизнес-сообщество достаточно активно откликается на форумы, где присутствуют преимущественно руководители предприятий. Так называемая встреча без галстуков за круглым столом. Для того, чтобы представители власти могли максимально услышать о всех проблемах, чаяниях и вопросах, представители бизнес-сообщества могли услышать открытые, развернутые ответы по решению тех или иных проблем, связанных с ведением того или иного бизнеса. Поступали вопросы различного плана. Это и касаемо выкупа арендуемого муниципального общества и сроков договора на предоставление земельных участков под строительство киосков и многие другие. Администрация города и уполномоченные по правам предпринимателей все вопросы услышали. Следующую встречу планируем провести с приглашением различных руководителей контрольно-надзорных органов, пенсионный фонд, налоговая инспекция, пожарный надзор, прокуратура и уже с ними обсудить те вопросы, которые возникают во взаимодействии именно с этими структурами. А вопросов на самом деле немало.